17 апреля 2010 года, благодаря благотворительной акции общества «Газпром. Космические системы», в актовом зале школы состоялась видеоконференция, организованная Фондом поддержки образования в Санкт-Петербурге, в которой участвовала и наша школа. Впервые на Пушкинском перекрестке с российскими школами, носящими имя великого поэта, встретилась наша Ереванская Пушкинская, что на улице Московской. В видеоконференции принимали участие преподаватели русского языка и учащиеся школ Еревана. Благодаря «Газпрому. Космические системы» при непосредственном содействии представительства Россотрудничества в Армении и его руководителя Виктора Владимировича Кривопускова школа получила исключительную возможность постоянного видеообщения с российскими общеобразователями школами. Это и открытые уроки, конкурсы и викторины, дискуссии и обмен опытом. Тема Великой Отечественной – очень трепетная тема для нашей школы. Именно потому мы с большой любовью приняли участие в мероприятии «Города-герои», организованное культурным центром «Гармония» в Доме Москвы. Оно было посвящено 65-й годовщине Великой Победы. Нашей школе выпала честь представить музыкально-литературную композицию, посвященную обороне Москвы. С 15 мая 2010 года зауч школы Флора Гургеновна Григорян в рамках первого республиканского школьного фестиваля «Литературные юбилеи 2010» совместно с Российским учебно-методическим центром русского языка представила литературно-музыкальную композицию, посвященную 70-летию со дня рождения великого русского поэта, лауреата Нобелевской премии Иосифа Александровича Бродского. В зале присутствовал руководитель представительства Россотрудничества в Армении Виктор Владимирович Кривопусков, который дал высокую оценку деятельности нашей школы. Как изящно, как красиво и как нежно сделали ребята вот эту литературную композицию. Спасибо вам большое. Мы верим, что ваша школа будет и впредь вот так же заинтересована и творчески участвовать в наших проектах, а мы, в свою очередь, будем делать все для того, чтобы ваше творчество находило и отклик, и поддержку. Вы знаете, как мы любим школу Пушкина, жизнь. Она по-всякому оборачивается. И только тот, кто верит в себя, кто имеет цель, может достичь вот таких высот. Сотрудничество нашей Пушкинской с российскими государственными и общественными организациями носит содержательный и динамичный характер. Оно живет и развивается согласно провозглашенному пушкинскому девизу: «Да здравствуют музы, да здравствует разум».